Роддома, стационары, все экстренные службы на выходные уйти не вправе. Работать они будут, как и положено, ежедневно и в круглосуточном режиме. Что касается поликлиник и участковых врачей, они на праздниках работают в полном объеме. То есть с 8 утра и до 18 часов дня. Трудиться будут 3 дня – 3, 5 и 8 января. Но если требуется неотложная помощь, ее можно получить в любой день. Неотложная служба всех поликлиник работает каждый день с 30 по 8, с 8 до 15, 3, 5 и 8 с 8 до 18.00. Можно обратиться в колл-центр медицинской организации либо в фильтр-бокс напрямую. Если человек обращается в колл-центр, его могут записать в фильтр-бокс, а в случае необходимости тяжести состояния неотложная помощь выйдет на дом. 3, 5 и опять же 8 января можно будет выписать рецепты для получения лекарственных препаратов, необходимый запас которых, уверяют в Минздраве, сформирован. Только для диабетиков и сердечников завезли препараты, в том числе инсулин, на сумму в 600 миллионов рублей. Это 20% от годового объема. Осуществили приемку и на данный момент развозят по городам и районным центрам края. Специалист отмечает, что чаще всего в новогодние праздники люди обращаются за медицинской помощью из-за отравления. Поэтому медики убедительно просят не переедать и не перепивать. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.